Привет! Вы на канале Пинакота и с вами Константин. Сегодня Константина урок рисования. Да, сейчас мы будем рисовать, скажи. Немножко на столике. А так мы рисуем. Не забываем, да, что рисование улучшает моторику пальчиков, мышление развивает, а также учим цвета. Да, Константин? Приступим. Вот так вот, смотрите, он сам берет фломастер и закрывает его. Умничка. Молодец. Да, это у нас голубенький. Голубенький фонарик. Молодец. Давай. О, красота. Вот такие несложные движения. Вот и умничка. Обязательно все закрывает. Вот так. Класс. Молодец. Браво. Что вы еще покажете нам? Вот так вот одели, скажи. Так, взяли. Открыли. И рисуем. У нас есть вот такие вот трафареты. И мы их обводим. Ну, куда у нас есть настроение? Ба. Да. А так у нас свободное творчество. Вот, всегда правильно закрывает. Молодец. Да. Желтый. Солнышко. Мы сейчас нарисуем солнышко. Вот так. Вот так мы рисуем солнышко. А вот здесь у нас волк, да, Костя? Волк. Молодец. Да. Ты молодец. Да, зеленый у тебя и желтый. Желтый маме. Спасибо. И зеленый маме. Спасибо. Голубой, дай. Вот, умничка. Давай, маме. Голубой. Спасибо. А теперь дай маме зеленый. Зеленый дай. Зеленый. Угу. Молодец. Умничка. А теперь дай маме желтый. Ой, ты молодец. Давай крышечку. Сам закроешь, на закрой. Нет? Ну, на закрой. А, волка он хочет нарисовать. Да, вот он, волк. Нет? Вот так. Ну-ка, закрой фломастер. Закроешь? Давай. Так, 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 так. Вот так. Молодцы, мы чемпионы. Аплодисменты. Что такое? Вы не знаете, чем заняться? Ой, мы любим еще в себя очень сильно в зеркало смотреться. Костя, а что вы отвернулись от своих зрителей?